Елизавета Кузьмина Караваева. По вечерам горят огни на баке, по вечерам горят огни на баке, а днем мы ждем таинственных вестей, ходим, хотим понять сплетение тайных знаки, на небе распластавшихся снастей качается корабль острогрудый, подъемля в небо четкий знак креста, и смотрим пристально, ждем мы чудо, вода внизу прозрачная и чиста, о, вестник странный иных и чуждой тайны, питомец бурь, соратник волн в морях, мы верим знаки в небо не случайно, и небо случайно пламеня заря. Так близится минута расставания, тебя зовет нам нужный небосклон, страну, где чтут слова иных преданий и властвует неведомый закон. Быть может, мы, кто рвется вдали к небу, кто связан тяжким длительным путем, свершим когда-нибудь живущим требу к земле стальные, тученными тем. Мы, может быть, мы пятый во имя неведомых богов увидим вновь, как пламенем просторы невпалимый, как заря точит святую кровь, как говоря снастей сплетенных знаки и алого заката полоса, по вечерам горят огни на ваке и слышат людские голоса.